такой камень. В честь кого камень? Смотри, какая ракушка там гигантская. Гигантская ракушка. Что нашел? Я нашел. Бумажка. Что-то мне да. Заходим, а нам что взять? Давай что, возьмем сначала. Люба, ты вообще не любишь, да? Да, это все рыбное здесь. Фиш, фиш. Запах офигеть. Что, взял, а? Я уже снимаю. Вот видишь, 5,90, вот эти вот. Какая-то акция, видишь, у них желтые, яркие, значит, какая-то тоже акция идет. Thank you. А, ну, сейчас. А, видите, а мне? Это как ириски. Ну, сколько йогуртов можно взять? Лёва не будет пить. Нет, это кокосовое молоко. Комочки сядут какие-нибудь там. Не кокосовое, а арахисовое молоко.
Ага, хорошо. О, ты, сынок, давай со мной. Валер, сфотографируй Ваню со мной. Вот так. Детей, детей вот. Давай, я понесу. Да. Это снимаешь, что ли, да? Сам себе оператор. А у тебя в бок уходит изображение. Что, снимается? Нет. А. Если там мигает... Мигает. А я не вижу, что не мигало. Знаешь? Да? А, да, все мигает. Я все включаю что-то. Снимаю лес. А я не знаю, вот блинчики, да, смотрите. Фирменные китайские блинчики. А где не написано, сколько стоит? Ну, не знаю, как договоритесь, видимо. Из тонкого-тонкого теста. Дорого, да? 480 рублей. Офигеть. Вот по-русски написано все. Наташ, пельмени с креветками. Креветками. Ты еще видела такие, что пельмени были с креветками? Включили свет. С говядиной, карри, 280 рублей. Лёва наестся вот так, на 300 рублей. Ну, можно. Да. Короче, решено, сюда идем. Поужинать. Я хочу себе каких-нибудь альмаров. Амар? Морепродуктов какие-нибудь. Кальмары какие-нибудь, щупальца. Морепродукты какие-нибудь хорошие. Вот есть рис с морепродуктами, также 280. Пельмени с креветками. Нет, знаешь, давай как пельмени. Я не фоткаю, я видео. Ну, давай снимаю. Офигеть. Кабриолет. А шины, диски такие. Опупеть. Вот такой кабриолет. Yeah.
Мама, в общем, мне какое-нибудь острое мясо. Валер, тебе взять голубя. Что хотите, вообще мне без разницы. Лишь бы недорого. Мама, я буду креветки, скажи креветки. Это картошка. Нюхай. Картошка. Давай каштан попробуем. Это каштан. Лук. Ну пробуй лук. Лук. Дуй что-то по ногам. Лук. Цена лука? 2,38, 23 рубля за килограмм. Да. И Васик? Я думал, Сайгон, думаю, ну попал. Сайгон. Вань, покажи ее. Все, отстанет, Ваня. Ага. Ваня, отстанет. У нас дешевле, Ваня. Ну. Хорошо, да. У нас 600 рублей. Здесь. 500. Ваня, посмотри. 200, я 200 рублей покупаю на Алиэкспрессе. Мама. Да?